Это пирамида. А, дом! О, это хорошо. Мы нашли жильцов. Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт. В прошлом выпуске, напомню, да, у нас была трагедия. Я потерял много инструментов, и меня убили. Ну неужели вы думали, да, что я сдамся? Нет, нет. Ладно, я потихонечку уже собрал сканер, да? И осталось мне собрать. Кстати, я нашел там алмазный нагрудник и там еще пару вещей. Я уже почти собрал бур, да? Мне и еще я алмазы собрал. Ну, я выкопал заново алмазы, когда собрал сканер. Короче говоря, мне нужна резина, но это немножко другая история. Этот выпуск будет посвящен чему? Приключениям. Время приключений, так сказать. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пойдем в приключения. Кстати, я пока бегал исследовал территорию, я искал, где резиновое дерево, так и не нашел. Я нашел офигенную новую вещь, никогда такого не видел. Смотрите, обсидиановая основа и тотем. Когда я его разобрал, он, кстати, разбирается быстрее, чем обычный обсидиан. Я его смог разобрать железной киркой. Так, сейчас, секунду, секунду. Когда я его разобрал, там он такой так взорвался, типа, да, и выпали эти фигнюшки. Смотрите, я такого никогда не видел. Эфирная это асенсея. Ну, я знаю, что для алхимии, скорее всего, прикольно. Давайте быстренько соберем тотем и пойдем искать приключения на попу. Так, я понял, собираюсь таким образом. У него где-то должна быть голова. Где-то у него была голова. Так, сейчас подождите, да, собираем вот так. А, так у него здесь все голова? Или хотя подождите, или он меняется? Сейчас, сейчас, секунду. О! Вот такой. А, вот она голова, где была. Ха, прикольно. Теперь у нас будут обсидиановые тотемы. Ну ладно, все, let's go, let's go. Время, деньги. Мы пойдем в приключения. Искать на свою пятую, восьмую точку. Выбрасываем все, что можно. Берем с собой оружие, чтобы драться. Топор возьмем. Песок выбрасываем. Лопату, кирку. И еды. Самое главное взять еды. Еды. А, да. И в идеале взять кровать. Давайте возьмем кровать. Чтобы потом можно было переночевать. Ну все, я готов делать на ГБ. Теперь только вспомнить, куда идти. Куда нам идти? Пойдемте в ту сторону. Куда же мы идем? Мы идем в сокровищницу. Да, я нашел сокровищницу, но я туда не заходил. Я оставил специально для вас. Так, валяются всякие итемы. Давайте подберем. Нам стрелы нужны. Отличная вещь. Реально, я что-то подумал, что мы так мало путешествовали, а вокруг столько много интересного. По-моему, идти в эту сторону. Дайте я вспомню. Нет, не в эту. Правильно, молодец, что вспомнил. Так. Сейчас, секунду. Мы должны идти от ворот. Вот они. Кстати, я возле ворот, видите, ну не ворота, а врата, правильно сказать. Поставил туда вот сыпучий песок. В принципе, он работает неплохо. Засасывает их туда. Вот сюда вот нам, по идее. Вот, да. Ну что ж, let's go, let's go. Время приключений! У-у-у-у! Бежим со всех ног. Нам нужно найти склад. Так, стоп. Это что такое-то? Я оставил? О, я здесь был, да? Странно, я что-то не помню. В какой-то серии я, наверное, здесь был. Куда теперь идти? Так, а здесь что у нас? Ага, здесь фигня. Пойдемте в эту сторону тогда. Да, все правильно. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Кстати, по-моему, где-то еще по пути такой же будет обсидиановый тотем. Интересно, что потом из него можно сделать? Ага. Короче, у нас еще дел полно. Let's go. Так, там что-то есть, какая-то руда. Там, наверное, медь. Твою медь. И туда мы не пойдем. Мы пойдем за приключениями. Но
О, распышка работает, а я забыл, да, ништяк. Пиу, пиу, пиу. Так, где у нас была сокровищница? Где-то здесь рядом была она. С этой стороны. Вон она, все, я вижу, лицезрея. Ну что ж, давно мы не находили сокровищницы, да? Посмотрим, что там такое. Ой, блин, я уже все проголодался. Не забывайте, когда вы бегаете, у вас быстрее тратится аппетит. Вот они, мои сокровищницы. Таго, посмотрим, что у нас. Кстати, здесь какие-то цветки еще растут, я их тоже не собирал. Давайте попробуем собрать. Огненный жемчуг. Огненный порошок. Око Эндера. А зачем нам нужно Око Эндера? Ну, в принципе, фигня, да? О, сгусток магмы. Ну ладно. В принципе, не такой уж он ценный, я думаю. Самое главное, нам сюда нужно. Гоу-гоу-гоу, найдем. Переключение на свою жопу. Вы видите это? Ху-ху! Это же такая же башня, в которой мы были, только она, наверное, песочная. То есть, по факту, мы это, нашли два секретки, две секретки сразу. Я вот это нашел, и потом сразу вернулся домой. Так. Ага, давайте мы исследуем. Я помню, что внизу будет динамит. Поэтому надо быть осторожным. Кстати, здесь можно выкапывать шерсть. Не знаю, она, в принципе, пригодится, да, как украшение. Блин, я хотел еще лошадь приручить, я забыл. Ну ладно. Теперь что мы делаем? Надо все сделать грамотно. Насколько я помню, кнопки здесь нету. Она будет ниже кнопка, да? А нужно сделать вот так вот. Вот. Нам нужен спуск. Опа, опа. Так, 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 так. Интересно, что там лежит? Мне очень интересно. Так, теперь очень аккуратно. Я помню, да, что на кнопку нельзя наступать, потому что там... Тихо, блин, я думаю, я уже наступил. О! А почему она каменная? Странно. А, здесь колонна стояла, мы ее сломали. Все, я понял. Давайте мы сделаем таким образом. Немножко сюда. Наступать нельзя, потому что там динамит. А мы сейчас можем собрать динамит! О, что-то еще. О, а это что такое? Первый раз вижу. Янтарь я вообще никогда не видел. И нафига он нужен? Только для блока и все, что ли? Янтарный блок. Ха. Он, наверное, знаете, где находится, где это? Секретки вот эти вон, да? Я могу сломать киркой, блин, он не взорвется? Да, ништяк. У нас будет динамитик. Ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот наша кнопка. Все. Собрали мы динамит. Все отлично. А еще янтарь-то будет? Нет? Какой сейчас смысл вот этого янтарного блока? Подождите. Нет, вроде здесь ничего интересного больше нет. Ладно. Поднимаемся наверх. Так, ты нам не нужна. Поставим, давайте, обратно. 9 динамитов. Я не знаю, что мы с ними будем делать. Потом где-нибудь взорвем. Или себя взорвем. Все, давайте. Ну что ж. Надеюсь, что будет что-нибудь интересное. Параша обоссанная. Давайте мы сломаем сразу. Опа. О, обычный пояс, бронзовая кираса. Бронзовая кираса тоже неплохая вещь. Фу, говно. Так, а обычный пояс зачем? Обычный пояс, фиг его знает. Тоже заберем. У нас еще есть секретка рядом, не забывайте. А там тоже динамит. О, обычный амулет. А, седло, да, это хорошо. Как раз я хотел, блин, этот, лошадь поймать. Видите, как все идеально? Вот теперь у нас есть седло. А зачем амулет-то? Я не могу понять. Подождите.
Так я его даже одеть не могу, а какая логика вообще в этом? Потом разберемся. Так, более-менее полезная вещь. Так, железо, а это что такое, первый раз вижу? Таун слиток. Таун, что за таун? Вау, первый раз вижу. Первый класс. Откуда он берется, там слиток? Да, нам, я чувствую, еще многое предстоит узнать. Это я собирал. Все, отлично, отличные находки. Нашли много интересного, какие-то там слитки. И книга тоже ни разу и не делал. Ее, наверное, смотреть надо, как я понимаю. Подождите, а для чего книга нужна? Наверное, она может зачаровать любое оружие. Ну давай, знаете, что сделаем? Вы помните, когда я зачаровал лук на мощь, он очень сильно бил. Может, мы также потом сделаем с алмазным мечом, зачаруем это говно, бесконечность. А прикиньте, бесконечность это имеется в виду, что он не ломается. Было бы так офигенно. Короче, я очень рад. Ну что ж, идем дальше. У нас еще одна секретка. Время приключений, так сказать. Ой. А в смысле, что, уже ночь настала, да, наверное? Да, уже ночь, давайте переспим. Видите, как удобно? Кровать рулит. Но нужна запасная кровать, так сказать. А мы можем, наверное, сделать кровать другого цвета, точно. Вот. Вот. То есть я могу сделать кровать. А чем быстрее ломать? Ничем. Кровать попробую сделать оранжевую. Давайте соберем. Да, как раз это же правильно? Да, как раз у меня шерсти не было. Я же овец не стригу. А теперь у нас будет шерсть, и мы сделаем много кровати. И сделаем притон. Вот и вся тема. Так, ну что? Что-то я какой-то звук слышу. Ладно. Идем дальше. Отлично. Вон она фигня. Так, это... Во, там паук. Эту секретку мы исследовали, да? Хорошо. Так, подожди. Где-то здесь еще... По-моему, где-то здесь был обсидиановый тотем. Я хочу его сломать. Обсидиановый тотем. Нет, он где-то дальше был. Ладно, пофиг. Так, идем. Сейчас, секунду. Все, let's go. Так. Пойдемте еще одну сокровищницу разграбим, так сказать. По дороге мы возьмем один цветок. И мне все равно нужно будет потом найти резиновое дерево. Но я уже сам это сделаю. В такой башне мы уже разок взорвались. То есть я, в принципе, даже не знаю вообще технологию. Давайте исследовать, что ли. Тихо. Так. Подождите, я, блин, не помню. Она взрывалась не вверху, она прям в середине взрывалась. Ха-ха. Так. Аккуратненько. Нифига здесь динамита. Разминируем.
Блин. Сейчас отрегенимся и пойдем еще раз. Так, отлично, нашел я, где у нас тротил лежит. Так, не хочу я падать, давайте сделаем таким образом. Ага. И надо проверить, безопасно ли там дальше или нет. Да Господи Иисусе. Не могу залезть. Вот. Вроде безопасно. А где? Вот она кнопка. Ага, вот они кнопки. Так, так, упал. Редстоун. Офига здесь кнопок. Да Господи Иисусе, я заколебался уже падать. Ну что он не ставит? Во. Так, еще одна кнопка. Блин, как только можно. А, здесь потому что с двух сторон, видите, можно подняться. Угу. Где-то параш. Ну ладно, здесь, конечно, сюрприз не ценный, но самое главное, что подобрали много динамита. А, еще наверху. Там, по-моему, не алмаз, там каждый раз разное. Это алмазы опять? Да ладно. Это блок алмазов опять, что ли? Офигеть, ну это очень хорошо, я заслужил. А, лазурит, блин, тупой лазурит. Я уже обрадовался. Алмаза, алмаза. Так, смотрим. Ничего не упустили мы. Там наш дом, где мы были? Мы были вон там, да? Еще хочу найти сейчас быстренько обсидиановую... Не статую, а тотем. Сейчас, наверное, больно будет падать, да? О, самый быстрый способ, как спуститься. Кстати, там лестница на халяву. Ну ладно, пофиг. Отлично. Мне понравилась эта тема. Так, что бы я сделал дальше? Я хочу еще здесь поискать статую. Ой, не статую, этот тотем. Тихо, тихо, осторожно, чтобы нас не засосало. Тотем, тотем, ты где тотем? Это блоки летающие, да? Это норма? Тотем, тотем. Мне интересно, он также взорвется? Он, по-моему, пониже там был. Или хотя, наверное, тот же самый был тотем. Где же он был? А, кстати, вот еще дерево тоже новое. Это великое дерево. Но я его раньше не видел. О, лошади! Точно, лошадь. У меня фулл слоты. Так. Угу. Попробуем взять седло. Покушаем. И давайте какую-нибудь лошадь себе возьмем, если я могу. А я, по-моему, кормить надо, да? Чтобы она за нами пошла. Посмотрите, черную лошадь возьмем. Не, с лошади вообще будет офигенно. Так. Вот, черная, вообще красота. А как дальше? Так, нужно типа яблоко. Яблоко или динамит надо взять, взорвать ее. Яблоко, блин, у меня нету. Яблоко у меня нету. Ну что ж, понадеюсь, что выпадет яблоко. Блин, нет слотов.
Так, как же нам зачаровать? Зачаровать, а, блин, соблазнить лошадку. Не, я хочу лошадь, без лошади я не уйду. Не уйду. Блин. Ну-ка, нет, я хочу именно эту. Так, что ж тебе подарить-то? Мясо она не хочет. Нужно найти яблоко. Цветы не вариант. Яблоко. Так. Ладно, дальше быстренько переночуем. Переночуем. Ну сейчас что, будем пробовать искать яблоко. Другого варианта нету. Что черная лошадь она шикарная. Так, там мы были, да, там мы все сломали. Я там был. Пиво пил я там, так. Ну-ка, давай, братюня. Тут одно яблоко обосрано, или одного мало будет? Не то. Ну, яблочко, ну. Не, ну лошади, конечно, мясо не едят. Это логично. Блин, как же... О, может из этого говна выпадет? Подождите. Это же великое дерево. А, нет, оно ломается тяжело. Оно ломается тяжело. Ладно, то что делаем так? Тогда сейчас я сам поищу яблоко и потом врублю запись. Короче, я облазил. Все, что мог, облазил, но не нашел яблок. Действительно, везде деревья растут, они не те. Из них яблоки не выпадают. Ну ладно, в любом случае. Потом придем, конечно, я главное запомню это место. Там, где более возле нашего дома растут нормальные яблоки. Так, там мы были уже везде, да? Ну что ж, пойдемте домой, по дороге будем смотреть тотем. Где-нибудь он будет стоять. Мы там точно были? Да, были там 100%. Тихо-тихо. Блин. Еще не хватало сдохнуть прямо здесь. Вы что, пошутите? Это шутка, да? А, застряла жопа. Так, это лошадка. Я думал, это что-нибудь красивее будет. Думал, что-нибудь интереснее. Где-то... Это то же самое. Блин, такое ощущение, что постоянно это новое. Да, то же самое. Ну что ж, let's go, домой. Let's go. И ищем тотем. Тотемчик, где... Так, подождите. Это мы были в ней или это другая? По-моему, это другая. То есть та была вон там. Потом мы от нее увидели вышку, обходили. Это получается вообще другая. Офигеть, это уже третья. Да вы что, шутите, что ли? Третья сокровищница в одном выпуске. Блин, а тотем-то где? Это другая, смотри, вообще какая-то другая. Какая-то пирамида. Дом! О, это хорошо! Мы нашли жильцов. Ага, ну давайте посмотрим, что опять то же самое сейчас будем делать. Ну, let's go. Давайте. Реально, прикиньте, три сокровищницы за один выпуск. Ну, хорошо. Я уже вас научу, как нужно разминировать. Опа. Ищем дырку, вот, и спускаемся. Оп. Наверху там никогда ничего нет. Так, и аккуратненько давайте вылезем отсюда. В эту сторону немножко пробьем. Поставим fuck you. Ой, fuck you. Ага. Офигеть, сколько у нас динамита-то будет. Офигеть.
И вот таким вот макаром. Ага. Сначала мы должны все разминировать, чтобы я не сфидил. Просто так. Реально, целый выпуск посвящен сокровищам. Ла-ла-ла-лай-лай. Окей, здесь мы тогда закрываем. Все. Теперь можно убирать кнопку. Оп. Так. Таун-топор. Что-то новое. Так, он на одну сильнее, наш он лучше, да? Ну, я думаю, можно выкинуть стрелу. Хорошо. Мы как раз можем взять еще три сундука. Давайте возьмем, чтобы потом не делать. Вот, получается, сундук взяли. О! Сундук-ловушка. А это что такое? Странно. О, железная конская броня. Пригодится нам. Амулет мы не будем брать. Вот это аж можно выкинуть. Это говно, короче. Вот, фрагмент знаний, не значит такое. Фрагмент знаний я не знаю. Блин, сколько же у нас говна. Давайте сюда покушаем. Сейчас покушаем, тогда придется домой бежать. Седло. О, ступеньки выкинем. Да, возьмем слиток. И фрагмент знаний. И вот во, как хорошо. Сколько у нас костей много. Алмаз, фрагмент. Что такое фрагмент знаний? Не, очень удачный выпуск. Вы видите, сколько интересного мы нашли. Цветок я выкину, давайте. Обычное кольцо пускай валяется. Ну и хватит. Все, не буду я больше их ломать. Все, и сваливаем. Пора нам идти уже реально домой. Это уже слишком. Три сокровищницы за один выпуск, это слишком много. Ой. Оп, оп. Все, сваливаем. Динамит взял. Сундуки открыл. Все, отлично. Все, что нужно было, я сделал. Там же еще, да, деревня. Там еще у нас деревня. Ну, тогда давайте сделаем так. А где я был? Подождите, где деревня? Вот она, деревня. Сделаем так. Сейчас уже время прошло, заканчиваем выпуск. А следующий выпуск... Это просто так, да? Там мы копали. Здесь просто в обход. А следующий выпуск мы начнем с этого места. Сходим в деревню. Может быть, я найду еще яблоки. Да, и все-таки я себе лошадку найду. Все. Всем спасибо за просмотр. Это что такое зеленое? Такая трава зеленая. Видите, прям такое сильно-сильно зеленое. Да, трава. А, это грядки. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео. Подписывайтесь. Всем пока.